Масленица прошла, а мода на блины осталась. Ученицы Видновской школы номер 9 решили порадовать медиков лакомством, которое сделали своими руками. Кулинария – одна из специализаций уроков технологии в Видновской школе номер 9. Девочки в специально оборудованном классе обучаются навыкам самостоятельного приготовления различных блюд в домашних условиях. В масленичную неделю основное внимание, конечно, блинам, как традиционному праздничному лакомству. Мы впервые печем для кого-то блины. В наше нелегкое время все-таки хочется совместить приятное для детей и полезное, чтобы они понимали, что их работа может приносить пользу для других людей. Сверились со схемой подготовки теста и вперед. Ученицы 8 Б-класса несколько часов провели у плиты, приготовив по меньшей мере 3 тарелки блинов. Чуть позже они отвезут их видновским врачам.